Господь, я благодарю Тебя, Отец, за этот вечер. Господь, я прошу Тебя, дай нам глаза видеть, дай нам уши слышать, дай нам сердце понимать. Господь, я прошу Тебя, мы живем в такое время, в которое слишком много голосов, слишком много информации, Отец. И мы просим Тебя, научи нас принимать и впитывать только то, что наполнено Твоим Духом, наполнено Твоей славой. Я прошу Тебя, коснись нас сегодня, проговори в наши сердца, измени нас сегодня, Господь, сделай нас еще ближе. Измени наши сердца, потому что все проблемы, все боли, все зло выходят из сердца. Научи нас слышать, научи нас видеть, научи нас понимать. Во имя Твое мы просим. Аминь. Присаживайтесь. Итак, сегодня, я так скажу, сегодня будет не проповедь. Сегодня будет просто такой разговор от сердца к сердцу. Опять же, я скажу, что очень часто мне приходится занимать, знаете, кафедру, позицию человека, которого зовут пастор Андрей Шаповалов. Сегодня я хочу просто поговорить как человек, которого зовут Андрей. И может быть действительно что-то ты возьмешь в свою жизнь, в свое сердце, что изменит тебя. Мы должны понять с вами с самого начала, перед тем, как я пойду в историю и направление, цель центра трансформации, так примерно и будет называться сегодняшнее слово, я так скажу, или даже свидетельство, история. Я скажу, что, пожалуйста, больше всего просимого и больше все, зачем вы идете в своей жизни, бежите в своей жизни, преследуете в своей жизни. Преследуйте не какие-то вещи, какое-то помазание, какие-то передачи. Хотя, если Бог тебе это скажет, делай. Все, вы должны понять, что есть платформа, человеческая платформа. Человеческая платформа, на которую опускается все, как проклятие, так и благословение. Это твое сердце. Это твое сердце. И если кто-то еще, может быть, не дожил, чтобы это понять, то продолжай жить. И очень скоро ты это поймешь. Ты, что бы ты ни делал, все вернется к твоему сердцу. Некоторые живут, и они думают, что все нормально, до тех пор, пока что-то бьет тебя настолько сильно, что оно ощутимо только сердцем твоим, оно ощутимо до глубины твоего существа. Я так скажу, просите у Бога сердце понимать, уши слышать и глаза видеть, потому что в наше время, Бог мой, сколько голосов вокруг. Итак, сегодня я просто хотел, знаете, поговорить о истории. Откуда все началось? Откуда взялся центр? Откуда взялось движение? Откуда взялся я? Что вообще происходило? Я так скажу, что я немножко касался этих вещей в одной, в другой проповеди, но я никогда это не суммировал в одну мысль. И сегодня, наверное, это будет просто такое, знаете, как проехаться по истории, по началу, откуда все было, откуда все начиналось. Я так скажу, что, наверное, все началось с того, когда Иисус пришел в мою жизнь, вошел в мою жизнь. Но вы знаете, у каждого из нас Он входит по-разному, по-своему, потому что некоторые из нас ищут Его не из правильных мотивов, и поэтому, когда ты достигаешь Христа, ты начинаешь употреблять Его для себя. И это я заметил эпидемией христианства. Оно, даже если оно со Христом, то оно со Христом из-за какой-то выгоды. Понимаете меня, да? То есть мне выгодно быть в церкви, потому что, ну, во-первых, я не иду в ад. Это вообще религиозная платформа, на которой основывается вся вот эта наша братья. И что бы ни происходило в их жизни, ад – это самый первый стимулятор возвращения к Богу. Ты идешь в ад, и ты сразу понимаешь, что что-то не то, и ты не хочешь в ад. И поэтому я так скажу, что когда мы ищем Иисуса, мы иногда ищем Его из неправильных мотивов. И когда у тебя неправильный мотив, ты нашел Иисуса, и другими словами, ты нашел все, что тебе надо. Все, вот теперь ты не идешь в ад. Кто-то понимает, да, меня? То есть, и твой прогресс, он окончился прямо тут. То есть, как бы, потому что цель достигнута.
Понимаете, да? То есть цель достигнута. То есть мы люди, которые с вами двигаемся до того, как будет достигнута цель. И вот ты не идешь в ад. И вот и почему христианство в основном, больше 90% просто сидит массами, тысячами, эти мертвые массы, мертвые стулья, все занято, и нет никакого движения. Потому что цель церковь достигнута, они не идут в ад. Я скажу аминь, если они пригласили Иисуса Христа в свое сердце, они приняли его кровь, они искренне покаялись перед ним, 100% все эти массы, они спасены. И ни в коем случае они не пойдут в ад. Бог не находится в той позиции, чтобы осуждать даже людей, которые не живут по его воле, он хочет спасти всех. И поэтому я так скажу, вы знаете, я с самого начала понял, что в мое сердце было опущено что-то намного более важное, чем просто не пойти в ад. Это сначала я не понял, это понял я немножко попозже, потому что все, что бы я ни достигал, наоборот, меня не успокаивало, меня еще больше разгоняло. Всякий раз, когда я чего-то достигнул, знаете, это как вот я открыл одну дверь, и вошел в комнату, где уже две. Понимаете, да? Выбрал еще одну дверь, вошел в комнату, где уже три. И мне хочется, то есть как бы, другими словами, чем дальше я движусь к Богу, тем больше открывается диапазон и возможностей, все, что ты можешь сделать, и каждая из них влечет тебя своей красотой. Бог влечет тебя. Я так скажу, что все началось с того, что Иисус показал и вложил в мой дух образ церкви. Я скажу, что это одновременно и благословение, и огромное проклятие. Ты скажешь, как эти вещи могут базироваться? Потому что в одно проклятие, почему это проклятие? Почему это проклятие на человеке Андрея? Потому что оно настолько остановило всю твою жизнь. И иногда именно из-за этого откровения ты попадаешь под проклятие, атаки, смертельные ситуации, тяжелейшие ситуации. И я так скажу, что один Бог знает, через что приходится проходить, чтобы только нести понимание и знание того, что такое церковь. И чтобы потом тебе еще постепенно донести это в тело Христа, это абсолютно другая. И в то же самое время это огромное благословение, потому что ты видишь, как начинает подниматься реальная церковь с правильными мотивами, с правильным сердцем, с правильной мечтой. И теперь мы не используем Иисуса Христа, как, знаете, как джина в бутылочке, потер. И, а когда он тебе не нужен, так залезь туда, Иисус, в бутылку, и стой на полочке до того, как я тебя захочу опять. Или что-то мне от тебя понадобится. То есть вот это так живет христиан. Это абсолютно не невеста Христа. Это спасенные люди, да, но это не невеста Христа. Это не церковь Христа. И в таком состоянии дьяволу будет очень выгодно держать церковь, потому что они всю жизнь будут спасены, но ничего не смогут делать. Они всю жизнь будут сыновьями, но будут блудными сыновьями. Они никогда не будут пребывать в царстве и, естественно, не смогут пользоваться царством. Дьяволу очень выгодно водить христианство за нос, по кругу. Грешим, каемся, грешим, каемся, грешим, каемся. И весь этот заколдованный круг. Но Иисус хочет поднять абсолютно другую субстанцию, и вот эта субстанция, именно ее боится дьявол. Когда он показал мне, реально просто взял меня, перенес меня на много-много лет вперед, я даже не помню, и если кто-то меня спросит, объясни мне хоть приметы какие-то, я не могу это объяснить, я даже не помню. Но я помню одно, я помню движение Духа Святого. Я так скажу, что мы уже начинаем видеть немножко вот эти все вещи, то есть, но мы будем видеть намного больше. Я видел вещи, которые будоражили меня, я видел вещи... Вы знаете, как тяжело человеку находиться во лжи, который узнал правду? Кто-то понимает, да? То есть вот тебе всю жизнь, можете представить мое разочарование, мое ужасное разочарование, когда я пришел и Христос мне показал. Мое разочарование не насчет того, что Иисус показал мне, а насчет того, что сейчас, что на сей день именуется Церковью Христа. И это, дорогие мои, кошмар. Это просто тихий ужас. И эта церковь, якобы в кавычках церковь, знаете, почему нас с вами не атакует там мир, там IRS, знаете, таксовое агентство, нас не атакуют там менты, там, нас не атакуют, ну, никто, лайера, там, эти адвокаты, нас никто не атакует. Нас почему-то, по какой-то странной причине, агрессивно ненавидит именно, в кавычках, церковь. Знаете почему? Потому что эта организация, эта субстанция запатентовала это имя.
Другими словами, попробуй сейчас, объясняю простыми словами, попробуй сейчас открыть компанию Adidas. Кто против тебя выйдет? Компания Adidas. Кто-то понимает, да? Например, или, например, вот есть такие машины, как Ferrari, да, вот, например, да, вот примерно кофта оттуда, там в Италии прям купил, в ихнем магазине. Хорошая машина, ничего против не имею. Ну, когда-нибудь, может, буду иметь такую машину в своей жизни. Ну, пока мечта. Пока кофта. Пока я быстро хожу. Ездить, может, попозже. И вы знаете, вот представьте, да, я сейчас начну производить машины Ferrari. Начну, вот построю завод, назову его Ferrari и начну просто производить машины. Угадайте, что со мной произойдет. Произойдут, знаете, что начнется? Слушайте меня очень внимательно. Начнутся суды, война, начнется бойня, начнутся вымогательства денег, потому что Ferrari оригинальная, да, или то якобы, которое запатентовало это имя, первоначально будет судить тебя. Так вот, это произошло в духовном мире. Кто-то понимает, с чем мы сейчас сталкиваемся с вами? Так вот, когда ты даже не, ты никого атаковать не будешь, ты же не приходишь в церковь и не говоришь, я вас всех сейчас к Христу приведу, или я сейчас вас всех в автобусы на энкаунтер, и ты всех наручники, чум, в автобусы, штабелем туда, знаешь, и на энкаунтер я встречу с Богом. Никто этого не делает. Ты тихонько сидишь в своей церкви, тихонько сидишь в своем доме, и врываются в твою церковь, врываются в твою жизнь, врываются в твой дом, тебя пытаются затащить на их, и пытаются доказать тебе, что это не церковь, это дьявол. Почему? Потому что эта субстанция смерти под названием религия запатентовала первоначально имя церковь. Помните, что Иисус сказал? Вы, фарисеи ему сказали, вы взяли ключи, помните? Вот это оно. Сами не входите. Другими словами, он говорит, вы запатентовали имя церковь, сами не вошли, то есть они абсолютно не там, но они ключи имеют. Кто-то понимает, да, вот патент. И других не впускаете. И поэтому, что бы ты ни пытался делать, некоторые люди говорят, а можно ли миновать реформации? Нельзя, потому что Феррари-Феррари, понимаете, да? То есть как бы столкновение двух субстанций, моя прошлая тема. Мы с вами должны будем, во-первых, мы должны понять, в какое время мы живем. Во-вторых, мы должны понять, что мы с вами восстанавливаем. Если бы мы назвали как чебуречное. Ну, кому мы с вами нужны? Да? Как бы, ну, как только ты называешь церковью, и еще не просто церковью, тебя знает весь христианский мир, против тебя начинают выходить люди, организации, там, видео делать, какие-то грязь на тебя сливать. То есть, если ты понимаешь, что кто против тебя идет. Ты понимаешь, что за этим всем стоит какой-то дух. И уникально то, что те люди, которые раньше не могли за одним столом сесть, теперь я их всех за один стол посадил. Кто-то понимает, да? То есть теперь запросто эти все субстанции уживаются, потому что они нашли одно общее. Что они нашли общее? Они нашли общее, что они ведомы одним и тем же духом. Аминь. И это то же самое, что сделал Иисус. Когда вышел Иисус, все сразу сказали, а дьявола, почему? Потому что его само присутствие бросило вызов той церкви. То есть это происходило 2000 лет назад, и это будет происходить до дня вознесения церкви. То есть мы должны с вами понять, в какое время мы живем. И вот это мне было показано. Мне очень тяжело было жить с истиной в моем сердце, видя настоящую церковь, истинную, честную, без прикрас, которая выступает, не говоря уже о разложившихся трупах, которых просто исцелялись, даже в радиусе, где церковь находилась. Понимаете, да? То есть вот радиус, никто не приносил трупов, хотя там были и такие моменты, там много чего происходило, но я имею в виду, что когда церковь, это как, знаете, что такое атомная бомба, да? Вы знаете, что она не взрывается на том квадратном метре, где она бросилась, то есть у нее есть радиус, километры и километры. Вот это примерно то, что Иисус готовит в последнее время для церкви. Он хочет, мы говорили с вами о дунамос. Дунамос — это динамит. Когда он разрывается, происходит радиус действий. И вот эта церковь, которая будет просто находиться, все, что будет происходить в радиусе действий, вы знаете, что дух этого мира, он это все скопировал. Вы знаете, что сейчас все, что происходит в радиусе действий, например, возьмите Голливуд, да? Ты увидишь, что у Голливуда есть радиус. И именно там
И именно эти духи, эти демоны, они трудятся. Это их территория. Но все, что было сделано, это просто был выкраден закон церкви Иисуса Христа. Мы с вами дунамус, не они. Мы с вами динамит. Мы с вами то, что помазал Бог. Мы с вами то, что Он призвал и сказал, сойдет на вас сила. И вот, парню 18-летнему в 93-м году, в начале 93-го, в конце 92-го было показано, показана истинная церковь. И я ходил с этим откровением, и меня никто не понимал. Я был абсолютно не понят людьми, абсолютно не принят людьми, потому что как только я открывал рот и начинал говорить о том, что есть церковь, не пытаясь никого атаковать, меня выгоняли из церкви, меня снимали. Я не мог договорить даже проповедь свою, которую люди там, у кого есть слово, выходите. Как всегда у меня оно было. У меня много чего есть, только да, возможность. И я так скажу, что никогда не мог договорить. Почему? Потому что они, я прям видел, как этот дух, который патентовал кафедру, имя, проповеди, церковь, имя церкви, все. Он просто выходил тебе и снимал. Почему? Потому что ты якобы действуешь в их зоне. Но мне Бог пообещал, Он говорит, когда ты подрастешь, я дам тебе абсолютно легальное право. Другими словами, что... Знаете, что такое легальное право? Легальное право – это когда уже они не смогут... Объясняю. Вы знаете, что сейчас тысячи людей меняются? Например, диски попадают, веб-сайт дают, что угодно, свидетельство какое-то пришло. На энкаунтер приехали и уехали. То есть вот это называется легальное право. И они говорят, мы идем против Андрея. Честно, никого еще не видел. То есть против меня никто не идет. Знаете, против чего они идут? Они идут против легального права. Они идут против проповедей, которые там. То есть они идут против виртуального Андрея. То есть против меня никто не идет. Меня там никто не подстерегает, знаете, снайпер какой-то. То есть меня не заламывают, меня там ногами никто не буцал еще. Я так скажу, что... Они воюют с информацией, которая пошла. Вот это легальное право. Другими словами, закон гласит, что когда ты уже воюешь не с человеком, а с распространенной информацией, то твой проигрыш уже просто подписан. То же самое объясняю. Помните революцию Ленина, Шушинская искра, помните, да? То есть, когда вышла искра, она захватила всю ту Россию. Тогда еще не было Советского Союза, это была Россия. И что получается? Они начали гоняться уже не за Лениным, его невозможно было схватить. Они гонялись за типографиями. Историю помните, да? Те, кто был, мы с вами учили, гонялись за типографиями. Они расстреливали, они гонялись, чтобы только не выходило. Другими словами, что уже война была проиграна. То есть, это ступень... Когда люди идут не против тебя, потому что Бог берет тебя, отсоединяет и ставит на уровень, где до тебя добраться уже нельзя. Никто ничего сделать не может. Теперь они вынуждены воевать с информацией, которая выходит из центра. Любая информация. Либо это проповеди, либо свидетельство, либо молитвы, что хочешь. И это радиус действия, он расходится. И они пытаются отлучить. А будете слушать вон из церкви. То есть это все дешево, это все уже воняет, это все пройдено, это проигрыш. Это, скажу так, начало проигрыша, начало большого фиаско уже началось. И этот радиус, он захватывает больше и больше. Почему? Потому что Иисус мне это обещал, Иисус мне это показывал. И поэтому вот примерно вот так вот все и шло. Встретишь лично с Иисусом, я начал ходить по церквям. Вы знаете, я вспоминаю, как сейчас, сколько я тупостей делал, сколько ошибок сделал, Бог мой. Я начал ходить по церквям, домашним группам и семьям. Я еще тогда не знал, что мне не надо вторгаться на территорию. Мне не нужно вторгаться на территорию и кому-то что-то доказывать. Я еще тогда был абсолютный младенец. У меня не было папы, у меня не было учителя. Не было кому, может, помочь, даже помолиться. Приходилось самому ошибаться, учиться, вставать. И я так скажу, что очень много бы был, я, наверное, не сделал ошибок, если бы знал то, что я знаю сейчас. Я ходил по домашним группам, семьям, делясь тем, что со мной произошло. Мне не хотелось тогда ни открывать ни церковь, ничего. Я даже об этом не думал в то время. Мне просто хотелось рассказать им о том, что я видел. Оно просто, эта информация, она выходила из меня. Эта встреча с Иисусом, о которой я так вкратце поделился, это была тема уже здесь, этот рассказ. И вот эта встреча с Иисусом, вот эти все вещи, вот эта тема друга Иисуса, вот эти все вещи, они находились и находятся во мне. Именно во время той встречи Он заложил что-то тебе. И вы знаете, практически везде, где я приходил,
Практически везде, передо мной везде была закрыта дверь. Меня выгоняли из церкви, обливали грязью, отлучали, выбрасывали. Не за грех, не за какие-то проступки или мошенничество. Меня выгоняли из-за того, что я не вмещался и абсолютно не поддавался, как они говорили, полировке. Меня на братский совет раз, я что-то тогда нормальный был, я ходил по братским советам. Ну как, я ходил, чтобы не участвовать, обычно меня стругали, знаете, стружку снимали. То есть я ходил по братским советам, меня разбирали, собирали, решали, что с ним делать. И вот это, знаете, вот это братья сидит вокруг тебя, вот эти большие дяди, которые ничего не делают в жизни, тот шпаклюет Тойоту, тот строит свой дом. Вот это вот собрались апостолы, аллилуйя. Знаете, и вот это тот врет на таксах, тот обманывает, тот живет не в своем доме. У того на прабабушку, это, знаете, которую уже похоронили, оформлены все документы, там и машины, и его дом. То есть, и ты сидишь вот этой братья, разговариваешь, они все во лжи. Я знаю, что они во лжи, потому что они мне предлагали, чтобы я им помог где-то в некоторых вещах. И ты понимаешь, и вот это братья разбирают, что с тобой делать, потому что ты вышел из рамок, и ты не поддаешься контролю, как они говорили, и ты не поддаешься здравому учению, как они говорят. И им просто приходилось меня вышвыривать из церкви. Я шел в другую, происходило то же самое. И вы знаете, тогда, именно тогда, я еще тогда потом спрашивал Бога, говорю, Господь, почему меня, вы знаете, вот почему я сталкиваюсь практически везде, редко-редко я находил где-то одного человека, где-то какую-то семью, которая было сердце, чтобы услышать. Они конкретно, вау, и я просто удивлялся, что есть, все-таки есть совсем чуть-чуть люди тогда. Но тогда было не время. Тогда было время, и потом мне Иисус это объяснил, он говорит, тогда было не время распространения, сейчас время распространения. Тогда было время, он говорит, твоего личного столкновения с реальностью. То есть ты не мог бы выдать в тело проповеди, которые ты выдаешь сейчас, да, я выдаю сейчас, да, некоторые темы, мысли, учения, если бы я не столкнулся с реальностью сначала. Вы знаете, что ты не чинишь дом, если ты сначала не делаешь инспекцию, да? Ты делаешь инспекцию. И вот это было 93-й, 94-й, и включая где-то чуть-чуть, может быть, даже начало 95-й, 93-й, 94-й, 95-й год начало, это была инспекция. Я ходил, и была инспекция. Я проверял. Не то, что я проверял, а я тогда еще не знал, что я проверял. Меня просто вышвыривали. И я тогда понял одну вещь, что у христианства огромная эпидемия. И потом начало все на этом базироваться, мое служение. Эпидемия того, что они не просто не знают, они абсолютно не знают своего Бога. Кто-то понимает, да? Абсолютно. То есть это такие были азы, такая азбука, это такие были простые истины, и они их абсолютно не воспринимали. Почему? Потому что была зависть. Как это вышло 8-12 человек, и все заговорили на языках. Как это люди впадали в трансы? Тогда это вообще было шокирующе. То есть у нас была молитва дома, и там люди в трансы уже уходили. И уходили подолу, по 6 часов, иногда и больше. И они говорили, о, это только от дьявола. И они там сказали, они там это шаманы, это колдуны. То есть тогда церковь даже у нее не было даже зацепки, что... Я тогда тоже был шокирован. Я сам не знал, что вообще происходит. Только потом Иисус начал мне объяснять, что это все ступени, и потом он мне сказал, я это все завираю, я просто показал тебе, знаете, как маленькую рекламу того, что будет, и то, за что мне пришлось платить очень серьезную цену. Тогда я понял, что у христианства есть великая проблема, оно не знает своего Бога. Именно тогда я посвятил свою жизнь тому, чтобы явить живого Бога всем, кому я только смогу. Вы знаете, тогда очень много было жажды, желания. И потом настает 97-й год в конце, в 98-м году мы открываем церковь, и она просуществовала до 2000-го года. Церковь выросла примерно до 70 человек, такая небольшая церквушка была. Я так скажу,
ну, уже как бы была и не маленькая, то есть уже дома не вместишься. И получается, что мы сделали рывок. Мы сделали рывок, и этот рывок абсолютно не был предназначен Богом. То есть мы чувствовали, как мы все несли на себе. Мы, я, Светлана, то есть еще люди из команды. И потом, как бы, через два года все это развалилось. Там причина не важна. Там я кого-то вышвырнул, меня кто-то послал, я кого-то послал. В общем, мы все послали друг друга и разбежались. То есть вот, вот примерно вот так вот все медным тазом и накрылось. То есть, естественно, потом мы попытались это восстановить, а оно невосстановимо, и потом я понял, что это делает Бог, и лучше не надо трогать это и вообще оставить это в покое. То есть мы начали, и мы попытались сделать вот этот вариант. Даже в той церкви, которая тогда была, да, не было, я так скажу, что были чудеса, были знамения, были и крещение Святым Духом, и изгнание демонических сил, и разрушение проклятий. Там много-много, даже иногда на служениях бывало, проявлялись демоны. То есть, как бы, но это было абсолютно не Божье, это не строил Бог, это строил человек. И это в 2000 году рухнуло. И уникально то, что я тогда сдался на церкви. Я сказал, я не сдался на Бога, я сдался на церкви. Я сказал, наверное, это все не то. И вы знаете, до определенного момента я делал все, что только мог, чтобы явить царство, но у меня не было понимания, как это сделать. До тех пор, пока спустя много лет Бог не привел меня к ведению G12. Вы даже не представляете, что было в моей жизни, когда я встретился с этим ведением. Это было что-то, чего не доставало в моей жизни как служителя. Это было, я скажу, это было такое ценное, это было такое, для меня это был просто взрыв. Я, когда я поехал в 2004 году, поехал на свой энкаунтер, и я был просто шокирован, меня просто сбило с ног. Я понимаю, там кто-то относится негативно, кто-то позитивно. Я говорю, слушай, энкаунтер не имеет значения, имеет значение твое сердце и куда ты едешь. У тебя энкаунтер в лесу может быть, и там пришел там под сосной, упал, три дня провалялся. И, то есть неважно, какой энкаунтер, хороший, плохой, служителя меня мимо обходили, все это детали, естественно, мы пытаемся делать лучше, но не в этом суть. Суть была в моем сердце, которое я не ехал освобождаться, у меня не было никаких зависимостей, я никогда не впадал в какие-то проблемы, грехи, я никогда не избивал свою жену, я просто был человеком, который хотел, это все было, ну, как скажу, все это я делал до того, как встретился с Богом, но в этот момент, вот тогда в 2004-м я уже сдался, именно тогда я сдался на всем. И когда я приехал, внутри меня что-то взорвалось. Я увидел, вот это оно, вот это оно, вот это смысл, вот эта цель, вот это ведение, которое действительно поможет мне. Как будто какая-то недостающая часть, знаете, как будто висела картина. И знаете, и у нее не хватало вот этого пазла. Знаете, вот она висит, и на самом классном месте вот какая-то дырка в этой картине. Знаешь, и я смотрел на эту картину 12 лет. Картина. Ну и не картина, потому что смотреть я на нее не хочу, она с дыркой. Понимаешь, и тут как будто долгожданно я нашел этот кусочек, знаете, и я просто понял, вот оно, и когда я пришел, вставил его, я абсолютно понял, во мне сложилось понимание теперь, как достичь той реформации, и теперь я понял платформу, через которую церковь сможет расти и двигаться. И я понял, я благодарен Богу за Сизар, я благодарен Богу за то, что он открыл. Я против того, чтобы кто-то опять патентовал что-то, понимаете, да? Но я за структуру, это структура самого Христа. И я, смотря в Библию, не видел ее, но этот человек был способен, он Богом направил меня туда. И когда мы поездили по конференциям, и мы узнали, и мы просто влюбились в ведение, потому что это ведение не человеческое, это ведение сверхъестественное самого Бога. И когда мы узнали, что число 12 – это число управления, и потом я понял, вот что не хватает церкви. В церкви есть дары. Но что бы у тебя ни было, скажите мне, если я сейчас… Скажи мне, у тебя мышцы есть? Есть. У тебя волосы есть, у тебя все есть. А скажи, если я сейчас заберу скелет из тебя? Никто не обращает внимания на скелет. Мы не обращаем. Но скажите мне, кто-то говорил последний раз, слушай, какой у тебя красивый скелет? Скажите, да? Ну, никто. Я не слышал даже такого. Слушай, какой у тебя красивый череп? Глазные ямы. Какой у тебя красивый копчик? Дальше зайти. Вы знаете, остановимся тут. Другими словами, нет этого, амен. Но, дорогие мои, вы знаете, что никто не говорил, о, какие у тебя там коленные чашечки просто привлекательные. Нет. Но, дорогие мои, вы знаете, что без этого ты не сможешь ни ходить, ни жить, ни существовать. Без позвоночника люди лежат, их называют овощ.
овощ. Овощ – это овощ. Это овощ. Дорогие мои, и тут как будто я понял. Тело, оно может иметь в себе все. Оно может слышать, видеть, говорить, но оно не может двигаться без структуры. И вот это, дорогие мои, когда я понял, и я понял, что скелет был Богом спрятан до определенного времени, этот скелет, он, Бог не говорил, и почему, пока церковь, она должна набрать мощь, она должна набрать цифры. Сейчас очень много людей, и я понимаю, можно там спорить, там, кто с Богом, кто не с Богом, но христианство – это одна из лидирующих, я так скажу, движений в мире. Кто-то говорит, ислам – забудьте, упали и отжались. Я смотрел последние цифры, а там конкретные цифры, то я имею в виду, в христианство распространяется как никогда. Миссионеры едут, миллионы спасаются, то есть это очень-очень серьезные цифры. Лидирующее движение – это христианское, на данный момент остается. И я тогда понял, что Бог наращивал, и потом в определенный момент Он даст скелет. И я понял, что когда этот скелет, это ведение пришло, я понял, что церкви теперь все, я понял, у меня как взорвалось, у меня как такое понимание, бум, знаете, и я понял, что церкви не нужны здания. Церкви не нужны какие-то вот эти лидера-звезды. Церкви не нужны. Церковь – это тело, которое само себя суппортирует, функционирует, само себе помогает. Опять же, вы знаете, проходит это время. Объясняю. Вы знаете, что время звезд, оно заканчивается. Не время лидеров правильных, а время звезд заканчивается. Почему? Потому что, знаете, звезде в теле Христа кажется, что все тело должно работать на нее. Другими словами, вот идет глаз. У глаза есть ноги. Нет, глаз несут ноги. Вот скажите мне, можно ли назвать меня, глаз с ногами и с руками? Нет, ты тело, амен. И глаз – это абсолютно недостающая часть. И если глаз он говорит ноге, куда идти? Раз. Если нога где-то там, знаете, где-то мизинцем об кровать гахнулся, то и глаз моргнет не раз. Со стихами пошло. Понимаешь, и я имею в виду, что мы настолько с вами взаимосвязаны, и вот эта истина, она сейчас приходит в церковь, что наоборот, разделяясь, это демоническая структура. Мы не воспитываем лидеров звезд, или я так скажу, знаете, лидера, как они называются, фейерверки. Прошел пророк, не долетел. Выстрелила сестра-пророчица, выстрелил брат-евангелист. Но наоборот, оно должно выстреливать и входить в тело. Входить в тело. То есть вы видели, что вот кто-то успешный, вот брата разложили по частям. Вот у него такие руки. Какие руки? А ноги так. То есть нет, мы тело, мы все вместе, мы каждая часть тела, если уши, знаете, если ты начинаешь глохнуть, то твои глаза начинают видеть лучше, ты начинаешь ощущать лучше, когда ты слепнешь, то уши начинают увеличивать свою способность слышания в два раза больше, другие органы начинают подхватывать проблемы недостающих частей тела, и ты понимаешь, что все остальное начинает быть, то есть все, мы все друг другу производим эффект и позитив, и мы должны понять, что сейчас время не поднятия звезд. Вот я отучился, все, с Богом, братья, увидимся на небе. Полетела я на заработки. Все улетели, там какие-то там митинги, что-то делать. Дорогие, мы, каждый из нас, мы должны работать на тело, как поместное тело, так и общее тело Христа. И когда Бог ставит тебя, ты должен определить свою функцию и развиваться в этой функции и помогать. Сначала твоя функция начнет помогать 3-4 человек вокруг тебя. Чуть попозже твоя функция начнет помогать 30 человекам. Чуть попозже твоя функция начнет помогать 3000 и так далее. Я это знаю по себе. Вы знаете, я прошел мой энкаунтер. Там меня озарило. Именно там все стало на свои места. Когда я возвращался со своего энкаунтера, в моем духе и сознании была ясная картина. И не было ни капли сомнения, что теперь у меня все получится. До того, как я столкнулся с ведением, я пытался привести его мечту в исполнение. И в процессе совершил массу ошибок, причинил себе и окружающим вокруг себя много боли.
Да, именно там. Там было помазание. Там не было помазания. Было знание, было понимание слова. Я мог учить, проповедовать. Но не доставало самого главного, не доставало структуры. Лежало это тело. Оно имело все, оно было нормальное. Но Бог потом высветил, что телу нужен скелет. Скелет – это структура, структура всего. Вы знаете, что без структуры ничего не произойдет. Вы знаете, когда ты войдешь в аэропорт, вы знаете, что в аэропорту железная структура? Железно. И ты когда войдешь в аэропорт, ты будешь удивлен. Тысячи людей, которые работают там, начиная от уборщиц, заканчивая теми, кто там даже тебе помогает там провести билетики, от пилотов, от как они там, стюардессы, да, как бы, и так далее. То есть все это масса людей, это кишит даже только одними рабочими. Все, кто там в магазинах работают. Я был шокирован, как все они работают правильно. Никто не сталкивается, не переходит на чужие позиции, стюардесса не пытается лететь, а пилот не пытается продавать кофе в магазине Starbucks. Ты понимаешь, что каждая авиалиния своя, взлетают самолеты, садятся по структуре, это целая система, и ты просто понимаешь, что без структуры нереально движение, то есть оно нереально, или у нас будет обыкновенный массовый хаос, массовые, все бегут, где самолет, а не знаю, тот проспал, не включил, учил там вот табло, и, а где пилот? Да пилот вообще в трафике застрял. Ты понимаешь, все вот эти вещи, но. Структура, порядок, время, график, четко место, где ты должен быть, время, где ты должен быть, самолет, который массы людей подготавливает, чтобы только пилот зашел туда, сел и улетел. И иногда сидишь в самолете с окошка, смотришь, а там шуршат, как мурашки бегают, кто-то проверяет колеса, кто-то проверяет эти, кто-то там семафорит, куда ехать, другой там чемоданчики забрасывает, закрывает, смотришь, там вагончик подъехал, там какие-то там засовывают вот эти, там, знаете, какие-то конфеты, там что-то туда, там кока-колу, чтобы тебе пить потом там же на самолете. И ты понимаешь, что все это настолько уникально работает, все они работают друг на друга, и без друг друга аэропорт не будет правильно функционировать. Ну попробуй, ну вот смотри, да, сильнейшая авиалиния, просто классная авиалиния, и забитые туалеты, представь, твой шок. Такой приходишь, как? А вот так 12 часов держи. Так это туалет только. Я не говорю о том, что да, хоп, один движок отказал. А что отказал? Там механик проспал. Не проверил. Дорогие мои, вот это вся наша жизнь, вот такая. И церковь без структуры – это огромный хаос. Хаос. Все проповедники, все пророки, все друг другу тыкают. Кто-то говорит, а я имею слово от Господа, аллилуйя. Стюардесса поперлась, знаете, управлять. Ну не так ли, церковь? Ну от сердца к сердцу, ну не так ли? И ты смотришь, ну полнейшая пурга, каждый лезет. А я получил видение. Слушай, зажмурься, иди отсюда, лучше меня не видел. Видение твое, слушай, из-за того видения теперь вообще кто-то в проблему попадет. Смотришь, кто-то кому-то нравится, а пилот крутой, и потом в теме вышел какой-то пилот и говорит, все пилоты, выходите, передача пилотажа будет. Знаешь, нет, ну не так ли, ну я говорю простым языком, и смотришь, куча идиотов выстроила, пилот, вижу, летаю. Приземлись, ты не пилот. Может, тебе нужно всего лишь работать в детском служении. Может быть, тебе нужно просто попылесосить здесь. Но ты часть, необходимая часть. Если не будет там чистенько, если не будет там сделано, то все приходит в хаос. Мы должны понимать, что мы не должны рваться за тем, что популярно. Мы должны идти за тем, куда Бог нас определил, кто мы в теле. И тело должно вырасти, чтобы понять все вот эти принципы. Я не хочу. Вы знаете, почему я проповедую? Знаете, почему я здесь стою? Просто секрет открою. Потому что я не хочу это делать. Не понял. Если бы я хотел это делать, это значит не. Кто-то понимает? Так вот, ровно туда, куда ты рвешься, это не твоя позиция. Потому что когда Аврааму придется, знаете, когда Бог сказал, будет от Сары, да, от Сары, киваем от Сары и к Агаре идем. Вы знаете, в тот момент, когда Моисей был призван, вот Моисей, иди, слушай, ну ты ж совсем недавно хотел всем морды набить, одного даже в песок закопал, ты же вроде неплохо получилось, ну вот, все, твое время, иди. Моисей, пошли братуху моего.
Вы понимаете, что такое, да? Готовность – это одно из готовностей, это нежелание это делать. Это одно из секретов. Это не то, что там, о, все, теперь все пошли отсюда, наверное, я готов. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что ты настолько сбалансирован и уплативший цену, что ты уже не отнесешься к этому легкомысленно. Кто-то понимает, да? То есть ты не то, что говоришь, я не пойду. Ты говоришь, Бог, если это не от тебя, я не пойду. Дай мне знамение. Гидеона, помните? Трава мокрая, сухая кожа, трава кожа. Кому? Потом все равно это кожа, не кожа, ничего не сработало. Иди к стану. Иди к стану. Ну что иди к стану? Ну послушай, что враги твои будут говорить. Враги говорят, нам всем хана. Окей. То есть как бы, понимаете, о чем я говорю, да? Вот эти призванные, они очень часто не хотят. И ты понимаешь, что вся вот эта тема, понимаете, до тех пор, пока Иосиф хотел высвободиться с тюрьмы, он не был готов. В тот момент, когда он начал декорацию, он сказал, обои, пожалуйста, заносим мебель, расставляем статуэточки здесь. Хоп, в этот момент. Как только он собрался жить, успокоился, уже никто не дергался. И в этот момент за ним пришли. Я не хочу продолжать. Это принцип избрания Бога. Мы должны с вами понимать. И вот этот момент, он присущ. Смотри. Только потом я понял, что структура нужна не только для поместной церкви, но также для глобального интернационального движения, которое Бог явил мне позже. Чуть попозже Бог мне объяснил, говорит, сынок, ты не только будешь работать локально, а я не собирался никуда летать, я не собирался ничего делать, я вообще не собирался даже за кафедрой стоять. Я вообще, мы когда начали церковь, у нас церковь уже 6 месяцев шла и уже выросла до больше 70 человек. И мне уже говорят, а я говорю, это не церковь. Это ячейка. Мы уже собираемся в здании. Говорю, это не церковь. У нас даже церковь оформлена первые, наверное, месяцев 8 не было вообще. И я избегал этого церкви. Я попросил людей, не называйте меня пастор. Я избегал этой позиции, потому что пережил боль, пережил крах, пережил проблемы. Я не хотел. Я просто Богу пообещал. Я просто буду людей проводить через энкаунтер и отправлять их по церквям. То есть вот это была моя идея. И когда мы начали энкаунтеры, первый, второй энкаунтер, именно такая цель и была. Я не пытался никого под себя. И потом я смотрю, все начало нарастать. И потом все-таки мне пришлось согласиться со своей позицией, потому что она уже била мне в лицо. И я согласился. И я понял, что структура мне нужна не только для вот этой церкви. Чуть попозже я понял, когда начали подниматься глобальные церкви, я имею в виду по интернациональные церкви, и Бог поднимает сейчас пасторов, с которыми мы работаем в подготовке к Завету. Уже много церквей в Завете, и мы ездим, работаем, они в таком же духе, они в такой же славе. Все они имеют свои имена, слава Богу, они имеют свои имена. Не дай Бог, мы все Андрюши. Вы что, вы представляете, какой кошмар будет? Все, трансформейшн центр. Зачем? Я не понял. Дайте человеку быть человеком. Нет, он должен иметь свой характер, свою позицию, свое имя, свое лицо. И вот это моя цель, сделать личность, а не прийти и лишить всех. Знаешь, как бы объять всех форму и сказать строем, шагом. Смотри, я понял, что нужны сильные поместные церкви в силе и славе Бога. Потому что видел, как сатана извращается именно над поместной церковью. Также должны подняться бескомпромиссные личности, несущие реформацию во все сферы жизни. Мое призвание, так скажу, одно из моих моментов, самое такое вот уникальное, и цель трансформации, оно базируется на боли в моем сердце, чтобы поднять личностей, восстановившихся в доме своего небесного Отца, и которые в процессе станут родителями этому измученному поколению. Вы знаете, очень мало людей хочет пройти это все и стать рядом с Иисусом. Очень мало, большинство людей, проходящих даже энкаунтеры, ты наблюдаешь им все, что им нужно решить свою маленькую проблемку. Кто-то понимает, о чем это, да? Маленькую проблемку. И вот он решил свою проблемку, он тебя любит, он против тебя не пойдет, но рядом с тобой он не станет. Потому что он решил свою проблемку, он решил все, что он хотел решить. Спасибо, я понял, Иисус хороший, я понял. И ты смотришь, человек просто отходит от своего призвания, и Бог зовет. И ты смотришь, он опять прыгает в этот, знаете, в эту крысиную игру, гоняясь за деньгами, которые сгорят, гоняясь за отношениями, которые тебе не нужны и не спасут тебя, гоняясь за машинами, домами, бизнесами, работой. Ты понимаешь, все это
погоня, которая сгорит. Я говорю: Господи, пожалуйста, дай нам быть в том, что останется в вечности. Дай нам принести тот плод, который действительно в конце нашей жизни он скажет о том, кто мы. Я не хочу прийти и все, что я заработал, эту машину, знаете, все, на что я выложил свои эмоции, свою жизнь, свой потенциал, это всего лишь, чтобы построить имя себе или влезть куда-то, куда Бог меня не посылал. Поверьте, я абсолютно верю, что у Бога есть бизнесмены, призванные бизнесмены. Не те, которые там... Знаете, что такое Божий бизнесмен? Божий бизнесмен — это так. Помните, то есть это личность, и как вам сказать, помните Иосифа? Вы знаете, что Иосиф, кроме того, Иаков, и Иосиф тоже. То есть у них, это были такие бизнесмены, которые делали деньги не руками. Они делали деньги, вы понимаете, о чем я говорю, да? Они делали деньги мудростью от Бога. Он просто сказал: так, накопить зерно здесь, поставить это там, это купить, это продать. И пошел спать. И потом, бум, самая богатейшая нация. Вы понимаете, что такое призвание бизнесмена? И знаете, что делал Иосиф? Проводил время с Богом. Одно видение, которое он там получил, в своей дыре. Вот там в тюряге сидел и получил это видение от Бога. Знаете, истолкование видения фараона. Ну да, 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 то, там, да, да, эти коровы, да, там тощие, там поглотили этих. Да, вот так, так и так будет. Фараон смотрит: о, вот ты это и сделаешь. Вы понимаете, что такое призвание бизнесмена? Вы не поняли. Некоторые говорят: мне нужно закончить школу. Школу? Когда Бог призовет тебя в Иаков, что бы он ни коснулся, оно умножалось. Дядя приходит и говорит: так, ты меня ободрал уже вообще, это капец, все полосатое твои, угадайте, все полосатое стало, все в полосочку теперь. Вы понимаете, что такое помазание бизнесмена? Кто-то понимает? Это не вот эти бизнесмены: меня Бог призвал бизнесменом быть, я десятину в церковь призвал. Какая десятина? Ты пришел, 3 копейки кинул свои несчастные. Слушай, и забыл Бога, забыл семью, забыл общение с ним, вообще Библию не читаешь. Бизнесмен, ты идиот. Серьезно, и все, меня раздражает вот эта тупость. Просто конкретно раздражает. Я верю в людей, в политиков. Я верю в людей, политиков. Вы знаете, когда Бог политика ставит? Пример. Вы знаете, все в Библии есть. Я так люблю Библию. Вот Моисей приходит своей палкой. Вы знаете, что это был самый бомбовский политик вообще из политиков? Все лежали. Никто был, никакая держава не была сильнее, чем держава фараона, чем Египет. На тот момент никто не был сильнее. Это была самая бомба. Это было просто нереально. И он приходит с Аароном, с переводчиком. И он говорит: отпусти. Другими словами, он вошел к нему не как царь, не как помазанник. Он вошел к фараону как политик, президент своего народа. Представитель своего народа. И он посол, знаете как, посол своего народа. Он от народа вышел, он еврей, и вот он в политической своей робе, со своей политической палкой, говорил, что бы ни было. Некоторые люди говорят: проголосовать надо. Скажите мне, евреи голосовали? Евреи там сидели и просто и там кровью все мазали, и говорили: аллилуйя, а там все дохло вокруг. Вот так Бог ставит политиков. Знаете, кто такие политики от Бога? Они выходят на арену и говорят, если они от Бога, не вот то, то, что мы видим там вот то. То есть проголосуйте за меня, я верю в Бога. Иди, улетай, не воняй. Не порть воздух. Вы знаете, я верю, что вот они политики от Бога. Вот он выходит на арену, и он не договаривается со всеми. И вам, и нам, сисюти, и вам. Он приходит и говорит: не отпустишь народ, все коровы сдохнут. И пошел. Вы понимаете, что такое политик от Бога? Вот он выходит и говорит. Вы знаете, кто-то начинает видеть картину церкви? Вы знаете, она у меня настолько отпечатана в духе: Бог мой, я могу об этом говорить месяцами. Месяцами, потому что Бог мне отпечатал, что есть церковь, и второе, что не есть церковь. Поэтому все это уже просто мракнет и блекнет, и просто тухнет все.
И вот таким образом, вот это политики, вот это политики. Некоторые люди говорят, а меня Бог призвал, знаете, там, вот, врачевать или что-то делать. Вы знаете, Бог мой, Бог, когда нужно, Он просто возьмет, и никто в Израиле болеть не будет. Кто-то понимает, да? Вот Бог меня призвал на служение исцеления. Слушай, если Бог призвал, классно. Если Он не призвал, не рыпайся. Потому что когда придет слава Бога, вы знаете, что скоро придет слава Бога, где не просто люди будут выходить и молиться за исцеление, не надо будет молиться за исцеление. Все в славе будут исцелены. И я прям видел, в одном из видений своих давно, как музыка играла, и моя жена пела. И я видел этот звук, вибрацию звука. Вы знаете, я видел это в духе. Уникальная картина была. Я, кстати, о ней не делился. Со Светланой я делился, я еще с церковью не делился. Я видел звук с голосом вместе, входящий. Вы знаете, что звук — это вибрация. Вибрация помазанная входила в тела и входила в клетки и исцеляла. Вибрация, сама музыка входила в клетки и ставила все на свои места, расставляла. Исцеление приходило только от атмосферы и от звука. Я просто был шокирован, это был радиус огромный. Везде, где этот звук мог идти, везде шла волна исцеления и освобождения. Это было просто уникально захватывающе, когда я это смотрел. Да? А, я не знаю. Я много чего чувствую, не чувствую, знаете. Может, да. Да, да, ну, аллилуйя. Ну, мы туда идем. Я верю, да. Я в это конкретно верю. Смотри. В общем, я могу сейчас... Нет, в тему назад. А то я сейчас пойду в видение. Вы знаете, мне очень жаль тех людей, которые были частью центра, но потом все-таки решили опять идти по старому пути. Продвижение себя, своего дара и таланта. В то время, когда наша сила именно в том, чтобы быть одним телом. Кто-то понимает? Кто-то понимает силу пальца и силу кулака? И еще раз, кто-то понимает силу пальца и силу кулака? Это даже нереально сравнивать. Поэтому, дорогие мои, центр – это рожденная Богом структура. Не выстреливать помазанников. Я на это не рожден. Мы призваны зажимать кулаки, ребята. Мы призваны собирать людей одного характера и зажимать их кулак. И когда этот духовный кулак будет бить, все будет валиться. Начиная от музыки, заканчивая домашними группами, молитвами, что бы то ни происходило. Люди, которые просто сходятся пальцы и зажимаются кулак, сходятся пальцы и зажимаются кулак, сходятся глаза, и тело начинает видеть, сходятся ноги, и тело начинает двигаться. То есть мы призваны, тема центра, если кто-то кажет, вы знаете, мне Бог давно еще сказал, он говорит, я ревную и никогда не дам, чтобы платформа центра была для эта позиция кому-то свою плоть вырастить. Другими словами, никто, если кто-то планирует что-то на центре навариться, чтобы Бог раздавит, это время закончится, это абсолютно не та церковь, мы живем с вами вне времени, мы движемся абсолютно в другом направлении. Если где-то это у кого-то там получается, то это абсолютно не будет базироваться. Бог сказал, он это не поощряет, он это не будет делать, он собирает тело, он собирает части, он хочет все это сделать вместе, как локально, так и глобально. То есть, и вот это для меня самое уникальное. И будут подниматься чемпионы. Я скажу, что я всего лишь одна часть. Наверное, скажу еще лучше. Я одна часть из многих частей. Например, если я в теле язык, ну, как бы примерно туда оно идет, болтаю больше всех, смотри, то, но я же не занимаю позицию всей информации, понимаете, да? То есть, значит, у Бога много языков в теле. Это говорит о том, что я учу об этом, тот учит об этом, тот учит об этом, и все мы настолько разные, что даже если мы все будем языками, мы все будем говорить другое откровение о нем, и нас всех будет интересно слушать, потому что у нас будет своя часть откровения о славе Бога, абсолютно другая, поэтому соперничество в теле никогда не может быть. Как я всегда говорю, даже если ты мизинец на правой руке, а ты мизинец на левой, это уже два разных мизинца. Кто-то пробовал левый мизинец приклеить на правый? Вы знаете, что будет? Будет очень странная картина, поверьте. Это даже мизинец, но это абсолютно не та часть, не тот полюс. И как бы ты его ни клеил, он будет не в ту сторону смотреть. Поэтому я так скажу, что и в теле нет соперничества. Везде, где вы видите соперничество, это свидетельство о том, что это еще несовершенная структура, несовершенное тело. В теле нет соперничества.
Если Бог приносит голоса, то это будут голоса, которые невозможно сравнить. Каждый голос. Если кто-то пишет картины духовные, если кто-то играет, кто-то говорит, что бы то ни было, начиная от политики, заканчивая бизнесом, игрой. То есть у Бога, Бог он многогранный, он не зацикливается только на вот этом, на вот этих четырех стенах и все, что тут происходит. Он создал вселенную. Если спросить меня, что самое главное в нашем служении, я так скажу, я с уверенностью скажу, что смерть своего «я» и правильное, смиренное, сокрушенное сердце. Для меня самое главное не, опять вы знаете, пройдя через все, пройдя через руки помазанников, пройдя через все эти вещи, я все это понятно. И очень часто иногда Бог вызывает тебя, знаете, просто дать тебе какую-то передачу или просто чтобы обнять тебя, разного рода молитвы. Но я скажу, дорогие мои, не стремитесь к каким-то вещам, стремитесь заиметь правильное сердце. Как только вы заимеете правильное сердце, вы знаете, что Бог никогда не начинал использовать личность, пока в нем не формировалось правильное сердце, пока в нем не сформировалось сердце, которое было смиренное и сокрушенное. И я Бога спрашивал: Господь, почему 12 лет по мне катаются танки, знаете, обливают грязью, предают, кидают. И я не мог понять, почему. Он говорит, чтобы ты никогда-никогда в твою голову не заскочила мысль, что тебе нужен какой-то человек, что без какого-то человека ты не состоишься. Что если не будет хорошей музыки, если не будет хороших камер, если не будет хороших колонок, если не будет хороших микрофонов, то твое служение не состоится. Он говорит, сынок, я все это выкатываю из тебя, все это выдавливаю из тебя, чтобы единственная надежда, единственная мечта, единственная цель в своей жизни, это был я, живой Бог. Если у тебя есть Бог, давайте прочитаем Библию. У кого из них было то, о чем мечтает сейчас современное христианство? Ничего. Ни одежды, ни залов, ни микрофонов. Да машин толком не было. Да ничего не было. Вот стоит мужик, и одетый в какую-то кожу, и ест какую-то саранчу. Вот все. И Библия говорит, что не восставало сильнее и мощнее человека, чем Иоанн Креститель. Нет. То есть вот он, имидж. Имидж величия. Ни Никола, ни двора, ни осла вообще. То есть некоторые люди говорят, знаете, я когда столкнулся с харизматией, я столкнулся, наверное, с самой тупостью, которой только можно столкнуться. Там, где мне говорили, как тебя мир воспримет, если на тебе нет там гайки с бриллиантом, знаете. Если, как мир столкнется с тобой, если ты подъедешь на какой-то там Тойотке. Знаете, дорогие мои, и мы абсолютно пропустили, мы мимо цели, потому что миру не нужна твоя Тойотка, миру нужно то, что в тебе. Миру нужен этот покой. Они смотрят в твои глаза, да, у тебя Тойотка, и это шокирует, потому что ты спокойнее, чем он на Роллс-Ройсе. Вы понимаете, о чем я говорю? Он там в каком-то костюме за полтора лимона, там, от какого-то там дизайнера, который там, и там нельзя ходить, чтобы там штанина об штанину не терлась. И ты смотришь просто, ё-моё, он бедный как робот ходит в этом костюме, знаешь. Дорогие мои, и он смотрит на тебя, ты в спортивном костюмчике, просто в каких-то там кроссовках, кедах, каких-то простых туфельках, и ты спокоен, и им наоборот, миру, они хотят заглянуть то, что внутри тебя, они хотят, чтобы ты поделился с ними о том мире, который дает только Бог. Ни деньги, ни признание. Только Бог. И вот это мы носители высшего, мы носители лучшего, мы носители света, к которому тянется весь мир. Именно. Всему-то кажется, что это не главное. Сердце не главное. Правильные мотивы, правильная смерть своего «я» — это не главное. Главное — это призвание, влияние или помазание. Это является ключами к успеху, то я скажу просто им, продолжайте жить, и вы будете удивлены и глубоко разочарованы. Именно те, кто имеют таланты и призвание, послушайте меня внимательно, я это говорю с глубоким пониманием того, что я говорю. Таланты, те, кто имеют таланты и призвание, больше всего приносят вреда телу Христа и младенцам во Христе. Кто-то понимает меня? Я говорю это абсолютно понимая, потому что вращаюсь в кругу многих из этих людей. И или они хотят вращаться, или как бы, другими словами, я пересекаюсь. И я вижу, как они наносят больше вреда, чем приносят благословения. Почему? Потому что они начинают употреблять то, что для тела, они начинают употреблять для себя.
То есть теперь эта проповедь, он ее не собирается благословить, теперь это цена, теперь это семинар, теперь это заплати, теперь это поклонись перед ним, тут отожмись и выжмись, чтобы эта величина только тут, знаете, только подписала, там, знаете, салфеточку твою, знаешь, и ты просто смотришь, как больше приносится вреда. Знаете, чем приносится вред? Вред приносится имиджем. Кто-то понимает, да? Взрослому человеку этот имидж не помешает, потому что взрослый скажет, еще один звездюк несостоявшийся. То есть, как бы, взрослый человек расслабился и пошел к Господу, понимаете, да? Искать его лица. Но вы знаете, это наносит вред телу Христа, знаете чем? Потому что младенцы, они смотрят, и в процессе они все начинают искать Бентли, они все начинают искать Армани, они все начинают искать правильные там золотые шпильки на свои галстучки, они там начинают свои гаечки одевать с этими, знаете, с бриликами. Они начинают там искать какие-то там туфельки там и то, и все, и третий, и десятый, ты понимаешь? И ты смотришь на церковь, ну, что эти младенцы оделись вот так, как попугаи? Зачем? А ты потом понимаешь, что оно идет оттуда. Вы понимаете, да? То есть они просто копируют то, что здесь. А здесь отсюда идет абсолютно неправильная информация. Она уничтожает, она калечит, она просто косит тело Христа и младенца Христа. И вот это моя боль. Знаете, опять же я говорю, если хотите узнать лидеров, посмотрите на тело. Кто-то понимает, да? То есть очень просто. То есть вы знаете, что вот почему мы с вами одеваемся вот в это, потому что это предлагает лидер, да, это предлагает вот магазин. Вот почему, другими словами, вот во что мы одеты, то это значит, это шьют, понимаете, да, то есть это шьют. То есть, когда ты посмотришь на церковь, во что она одета, я не имею в виду физически сейчас, слушайте меня духовно, одета, это что она считает ценным в своей жизни, что церковь считает крутым в своей жизни, что церковь считает помазанным в своей жизни. И эти приоритеты абсолютно сбиты, сдвинуты и вообще не туда идут. Потому что то, что двигается с кафедры, то, что двигается за микрофоном перед камерами, ты понимаешь, что это абсолютно не то. И когда младенцы просто выстраиваются, чтобы какой-то бизнесменчик за них помолился, чтобы какой-то миллионерушка там прикоснулся до их ушка и носика, там, чтобы какой-то расфуфыренный какой-то помазаннички, какой-то, чтобы пришел тебя там помазать елейчиком, и ты просто там весь таешь. То есть это не то. Мы должны идти за образом Христа. Мы абсолютно все одинаковые. Мы одинаковые. Нет никого выше, нет никого ниже. Если мы понимаем тело Христа, если ты посмотришь на свое тело, ну скажи мне, ну что это ухо? Ну оттяпать его, что оно просто кровь сосет с тела? То есть как бы нет. Ты скажешь, не дам. Да тебе попробуй, там знаете, ты стоишь, да, вот встань, я подойду тебе, знаете, где-то на затылке волосинку вырву. Маленькую, тоненькую, так пик, у тебя все тело, бедно, передернется. Кто-то понимает, да? Что волосинка? Важная волосинка. Ты ее когда-нибудь знал, что она там есть? Не знал, а как дернулся, а? Вы понимаете, что нет неважных частей, нет неважных вещей, нет непотребного, ненужного. Все оно, если оно на тебе, это ты, это тело. И вот эта миссия центра, моя миссия, это собрать тело. И мне очень жаль тех людей, которые приходят сюда, становятся рядом с вами. Некоторые из вас уже наблюдали людей, которые были в наших командах, были близко с нами, и которые просто-напросто вот так просто оплевали, обрыгали все и просто предали тебе, нож вставили тебе в спину. Дорогие мои, я не плачу, естественно, я понимаю, что такое есть люди, но я просто верю, что поднимется настоящая церковь. Я верю, что поднимется церковь, которая будет понимать силу единства. Не силу, вот знаете, пальцем тыкает, все ходит. Нет, мы бьем кулаками. Нет, мы складываем свои пальцы вместе. Нет, мы собираемся вместе. Мы любим друг друга, мы ценим друг друга. Эти лидеры, которые сбит фокус с Христа, знаете, они больше всего приносят вреда в теле Христа, потому что уводят фокус Христа и высвечивают себя. Кто-то понимает, да? Вот выводят, видели таких, вот читайте мои книги, покупайте мою продукцию, приезжайте ко мне, стоп. Если Богу нужно, Он так сделает, что куда кто-то не повернется, вот ты. Он повернется, и ты тут. И тут ты. А что ты везде? Ну, потому что так надо. Я этим управляет Бог. Другими словами, Он, дай Ему раскрутить тебя.
Такое, знаете, мирское слово, но оно такое интересное. Дай Богу, перестань вот это выжиматься, мучиться. Дыши ровно, живи спокойно. Люби жену, детей, если, мужа, там, люби семью, наслаждайся жизнью. Перестань выжиматься. Бог не призвал тебя это делать. Если что-то нужно, как я сказал, каждый из лидеров в теле Христа, он призван. То есть, куда бы Иосиф ни пошел, он, и потом, когда он от дяди вышел, он настолько баблом оброс, он настолько оброс этими стадами, и верблюдами, и овцами, и деньгами, и детьми, и женами, что дядя прибежал и говорит, ты вообще у меня все забрал. А он ничего не забирал. Он, вы знаете, что он ничего не крал у него. Все, что дядя ему назначал, Бог просто видел несправедливость дяди и благословлял. Вот это вот, вот. И вы знаете, что, куда бы ни повернулся, раз, два, знаешь, и оброс. Раз, два, и получилось. Это Божий принцип, это он. Знаете, Иосиф, расскажи, что ты сделал, чтобы стать правой рукой фараона. Спал. А как? Вот так истолкование и получил. Спал. А вон оно что, коровы, значит. Спи. Расслабься. Успокойся. Знаешь, когда нужно будет, тебя растолкают. Поверь, без тебя не истолкуют. Ты понимаешь, да? Не истолкуют. Будут мотаться по царству. Кто? И знаете, этот фараон, он уже там вырывал волосы на своей голове. Его, написано, его этот сон достал. Его это видение, они достали. Он говорит, его просто рвало на куски. Кто истолкует? Никто не мог истолковать. Да, есть один человек, там сидит. Найдут тебя. Как Давид. Кто умеет на гуслях играть? Вот там, знаете, беснуется Саул. Не переживай, придут, постучат. Скажут, давай. Проверим, как ты играешь. Это Бог. И везде я нахожу вот это спокойствие. Везде я нахожу это спокойствие. Людей, которых призывает Бог. Обыкновенное спокойствие. Иисус спал на лодке во время шторма. Ученики бедные, как девочки, знаете, пятилетние, пищали, прыгали и кричали, ты нас не любишь, ты мы вот все, ты дрыхнешь здесь. Знаете, вот это спокойствие, вот это взрослость, вот это то, о чем я мечтаю, чтобы церковь приобрела. Спокойствие. Заберут только то, что не твое. Не заберут никогда то, что принадлежит тебе. Никогда не сомневайся о том, что тебя будут окружать правильные люди, такие как ты. Неправильные – все уйдут от тебя. Не пытайся держать что-то около себя, не пытайся отталкивать что-то от себя. Все, что нужно, придет, все, что нужно, уйдет. Просто сохраняй мир. Мир в любом случае сохраняй мир. Большинство лидеров пытаются прославить себя. Поэтому если у тебя неправильное сердце, необрезанная плоть, грязные мотивы, что бы ты ни пытался сделать, будет осквернено плоть. Знаете, почему Библия в Ветхом Завете говорит «осквернено плотью», «осквернено грязью», «осквернено...» Это прообраз того, что... Знаете, почему нельзя было входить, не омывшись? Помните, да? Нельзя было прикоснуться, не осветившись. Это прообраз того, что плоть не может касаться ничего. Плоть не имеет права, она не имеет части. Она должна быть умереть, покрыта, она должна быть омыта, смирена. И только тогда она может входить во святое святых. Только тогда ты можешь касаться к чему-то. Плоть, она никогда не будет прославлена. Поэтому, когда... Знаете, Оза прикоснулся к ковчегу, помните, да, который там покосился там на повозке. Он прикоснулся. Что прикоснулось? Прикоснулась плоть, прикоснулся сила, прикоснулся человек. Моментально бэм, труп. Бог никогда... Ты не сможешь смешать Божье и плотское. Никогда. Я, наверное, скажу, что это самая огромная эпидемия в церкви, в теле Христа, когда поднимаются лидеры, и вместо того, чтобы явить его, они патентуют какое-то движение, талант, и являют себя. И теперь ты слышишь, приходите ко мне, все трудящиеся и обремененные, ибо я скажу вам, кто вы, что вы, какая у вас болячка, я вам назову все. Слушайте, я сижу и говорю, а зачем называть болячки, если болячек не будет? Его, автоматически его вся эта тема ушла. То есть ты понимаешь, что перестань, иди за ним, не обращай внимания, не патентуй ничего, дай Богу прославить тебя. Вот эта сила, дай Богу прославить тебя. Этому приходит конец. Я буду заканчивать. Время звезд заканчивается. И время подняться здравым отцам и матерям. Именно поэтому я здесь, именно поэтому я буду делать то, что я делаю до конца моей жизни,
Потому что я понимаю, абсолютно понимаю. Я знаю, что я был ранен, буду ранен. Это все нормально. Я к этому привык, все хорошо. Это уже очень долго длится. Уже мозоли выросли. Но я знаю о том, что среди всех этих вещей я не могу замыкнуться. Знаете, некоторые люди, которых долго ранят, они просто замыкаются. Я не хочу... Почему? Потому что я вырос. Был момент, когда я замкнулся и сказал, ничего не хочу. Но потом я абсолютно понял, что Бог мне сказал, никогда не очаровывайся, чтобы никогда не разочаровываться. Поэтому я никогда никем не очаровываюсь. Я люблю, я ценю, но я не очаровываюсь. Если кто-то что-то опять произойдет, естественно, я поплачу как человек, но я никогда не рухну там и не скажу, о, Господи, что теперь мы будем делать без этого человека. Но меня волнует Бог. Пусть волнует тебя всегда Бог. Я призываю всех, кого влечет Бог, стать рядом со мной, стать частью Его реальной церкви, которая исполнит это великое поручение. Идите, научите, молитесь, исцеляйте, воскрешайте. Другими словами, являйте царство на земле. И вот это, дорогие мои, есть вот эта суть центра. Я думаю, так сжато, коротенько, я думаю, понятно, что я хотел сказать. Я думаю, на этом мы окончим. Аминь. Давайте мы встанем. Слава тебе, Иисус. Возьми буквально минуточку, не беги сейчас никуда. Буквально минуточку и попроси у Бога одно. То, что я прошу у Него на протяжении многих лет. И буду просить до конца моей жизни. Бог, дай мне правильное сердце. Если оно у тебя правильное, скажи, Бог, сделай его правильнее. Вы знаете, что прогрессу нет места, вернее, прогрессу нет конца, нет предела. Прогрессу в Боге нет завершения. Бога, некоторые люди говорят, познать Бога, это нереально. Бога невозможно познать. Бога можно познавать и познавать, но познать Бога, это невозможно. Он тот, который всегда новый, он свежий, у него что-то есть абсолютно другое. Проси у него одно, Бог, дай мне глаза видеть, дай мне... сердце понимать, дай мне уши слышать, дай мне больше всего просимого в моей личной жизни, дай мне правильное сердце. Сердце, которое сможет Господь любить, которое не будет ненавидеть, которое будет прощать, которое действительно сможет нести на себе вес призвания и ни в коем случае не возгордиться, потому что... ты умираешь для этого, ты умираешь для себя, ты умираешь для всего, как для похвалы, так и для проклятия. Ты просто отдаешь Ему себя на жертвенник, ты даришь Ему себя. Спасибо тебе, Иисус, я прошу тебя, подними. Подними, Отец, я молюсь об этом и буду молиться всегда. Подними отцов, подними матерей, подними родителей этому бедному брошенному поколению. Нам очень часто кажется, что мы те, которые нуждаемся в родителях, но, Бог, я знаю, что мы те, которые будем родителями, мы те, которые поставлены Тобой, чтобы пройти через все это, чтобы потом помочь другим. Я благодарю Тебя, любимый, за все. За все. Аминь.